Так. Так. А кто же у нас это здесь стоит с таким мечом красивым, а? Конечно же, это война, друзья мои. Мы спущаемся. Сейчас посмотрим, как мы на орехи надаем ему. Ты заснешь навсегда. Сфига ли я должен заснуть навсегда? А вы как у меня заснете навсегда? Будете потом знать. Еще как ангелы прилетели сюда. Как ангелы, вы че? Совсем берегов не видите? Видимо, не видит. Знаешь что? Уже интереснее. Приближается всадник. Пошел-ка ты нафиг, а? Да, именно так мы разбираемся со всеми нашими неприятелями. Ой, ладненько. Иди сюда. Иди сюда, я сказал. Сюда, я сказал. Ну то видишь, ты мне еще к нему идти. Так, знаете, перед походом к боссу я бы, наверное... Ну ладно. Бамс. Бамс. Так. И что это у нас здесь такое? Стоп, там что, был проход? Понятно. Туда я уже не проберусь. Как бы я этого не хотел. Так. Бамс. Бамс. Сюда! Думаю, логово Селиты находится за этой липкой преградой. Вперед! Это, конечно, все хорошо. Но есть одно но. Я думаю, что мне стоит пройтись туточки. Ведь стоит 100%, да? Ой, да иди нафиг. Что ты мне сделаешь? Че, здесь реально ничего нету? Вообще ничего? Ну, только опыт, да? Вообще ни о чем. Ну ладно, хоть накопили 12 штук, и то хорошо. Так. Да подожди ты. Что мы будем делать с боссом? Какие, как говорится, у вас предла... Серьезно? Не заставляй меня ждать, всадник. Твой визит — честь для меня. О тебе ходит столько историй. Ты убил троих приближенных, собрал их сердца. Это пугает. Ты за этим здесь, чтобы убить последнего из стражей башни, чтобы забрать мое сердце? А Самаэль рассказал тебе, откуда в наших венах его черная кровь? Почему его проклятая сила распирает наши сердца?
Приближенные не защищают башню Всадник. Наша задача — помешать возвращению Самаэля. Помешать любой ценой. Можешь убить меня и вернуться к Самаэлю с моим сердцем, но в его лице ты обретешь худшего врага, чем все приближенные вместе. Я пришел сюда не за советом, паучиха, и не за историями. Мои дети будут танцевать под музыку твоей агонии. Ну что ж, наступила селита на наши грабли. Теперь ты меня. Упс. Не дергайся, малыш. Не дергайся, малыш. Постарайся подобраться к ней поближе. Так, ладно. Не сопротивляйся, и не будет больно. Тихо. Не дергайся, малыш. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Только оно падло-то скачет туда-сюда. Не, вы видали? С ума бедняжка сходит. Так. Оу! Я думал, она будет второй раз прыгать. Нет, видите, не прыгнула. Не сопротивляйся, и не будет больно. Так. Ты не получишь мое сердце. Воу! Ты что собралась делать-то, дурында? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, а ну спускай свою задницу вниз. Упс. Ну вот, а ты не хотела его отдавать. Предвестник землетрясения. Несите сердце Селиты Самаэлю. Самаэль ждет последнее сердце. Думаешь, он оставит тебя в живых и выполнит данное обещание? Сложно сказать, это же Самаэль. Ладно. В принципе, нам наверх. Но, еще раз но. Как бы мне вот ту хренотень бы побить? Сейчас мы сообразим. Секундочку.
Выбираемся наверх. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Бомс. Долгожданный опыт мне. Ля-л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 я. Вот эти две вещи я и искал. Ага, мы его полностью активировали, да? То есть теперь он нас катает, считайте, наверх. Давайте посмотрим, есть еще наверху. Мне даже интересно. Я думаю. Если что, просто потом вниз прыгнем. Как говорится, в этом ничего проблемного нету. Заодно поглядим, нет ли на самом нем чего-нибудь. Нет, на самом нем чего-нибудь нету. Вокруг нас здесь тоже, в принципе, ни черта нет. Поэтому можно спрыгнуть и идти на выход. Да? То есть мы прям совсем вышли? Ага. Я шутку юмора оценил. Ой. Упс. Ну, в общем, шутку юмора я оценил. Ладно. Поскачем тогда вперед. А потом, я думаю, переместимся к нашему другу. И уже от него как-то будем плясать дальше. Коняшка, гони. Гони, коняшка, гони. Я думаю, тебе как раз только стоит гнать. Давай, гони, коняшка. В обратную сторону, по-моему, перебежали быстрее. Пепельные земли. Кстати говоря, я не помню, были ли здесь какие-то фишки, которых я не мог преодолеть. Надо же, конечно, в этот раз перепрыгнула нормально, да? Конечно, иди нафиг. Так. Где наш... Не сюда. Где наш хороший друг? С которым мы пообщались. И все было хорошо. Конечно, нас опять отняли. Ага, вот наш друг. Сейчас мы к нему придем. Скажем, отведи нас, друже. Куда нам нужно. И он нас с радостью отвезет. Мне так жаль, Селиту. Но, может, у тебя найдутся души, чтобы облегчить мои страдания. Знаешь, да, найдутся. Могу что-нибудь предоставить себе. Только сначала давайте купим у него что-нибудь полезненькое. Например, твоя мудрость равна твоей силе. Обменять на две штуки. Гурванич такой клинков. Ну так как я жертву каменной этой не пользуюсь, я сам пользуюсь подземными клинками. В принципе, мне пригодился бы недуг. Ты слишком давишь на меня, всадник. Вы можете заражать врагов недугами, постепенно подтачивая здоровье. Для чего я сейчас прокачал недуг? Я предположу, что с последними боссами может быть какие-то проблемы в прохождении. И, значит, мне нужно будет как-то все это более аккуратно сделать. Ладно. Пока у нас с вами все хорошо. Ой, не то нажимаю, хотел ускориться, вот эти нажимаю на удар. Так, интересно, а всадник умеет подтягиваться к объектам каким-либо? По идее, да. Ну вот только именно объектам, я думаю, что-то типа
что-то типа каких-нибудь сундуков. Так, коняшка, поняшка. Идите вон все. Пошли все вон. Он идет! Он идет. И это все? Да, это все. Ты что, уже все? И он тоже все. Ну ладно. Кто ж теперь виноват-то в том, что он тоже как-то все. Так, вот здесь вот есть два места, которые я могу с помощью данной фигни забрать. Я думаю, я это сейчас сделаю. Ой, я застрял в двери. Лол. Ой, да иди отсюда. Просто не мешай мне. Так. Так. Хрена там. Надеюсь, эти ребята не подпрыгивали все ко мне. А то это будет немножко обидно. Меня на всех хватит, не волнуйтесь вы, ребят. Чё вы паритесь-то? Ну, да и докурили вы немножко. Ну, придется вас побить. Но в целом-то ничего не изменится. Ну, будет вам малость больно. Ну, что дальше-то? Бамс. 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 Прыжок. Прыжок помогает нам. Ага, здесь была ярость. Хорошо. А в дальнем что у нас было? Просто если кто помнит, в самом начале у меня был сундук, который я не мог достать. Я еще долго думал, как же мне туда забраться-то. Ну, теперь я знаю, как туда забираться. Так. Вон эта фигня. Точнее, походу, я думаю, что знаю, как туда забираться. Это проблема. Тихо. Питающая падла. Так. Конечно, все хорошо. Только вот походу как-то не так здесь получается забираться. А если не так, то как? И откуда? Почему она так высоко? Там меня достает. Так я, по идее, из коняшки не достану. А здесь ничего, кроме... Понятно. Из коняшки, кстати, использовать эту хрень нельзя. Откуда?
ворон хоть поубиваем. Приветствую. Не знаю, в общем, я когда тут добраться. Еще увидимся. Ну, видимо, мне придется туда добираться. Видимо, потом какая-то желтая хрень горит. Хорошо, давайте прогуляемся вот сюда, потому что здесь я тоже, насколько помню, не был. О, здесь что-нибудь интересненькое не будет. Хорошо. Тоже, как говорится, вариант. Вариантыч. Ну что ж, поговорим с нашим хорошим духом. И на этом будем сегодня. А батву закончим. Цепляется к этим. Понятно, это хорошо. Это мне нравится. Бамс. Так. Опять начинает мне камеру вертеть. Ну что, как думаете, ребят? Наврал нам наш друг или не наврал? Он идет! Ну, я про импровизированного друга, конечно же, говорю. Который вон там стоит. Ну что, Самайр, я принес тебе последнее сердце. Твоя очередь выполнять договор. Я уже начал подозревать, что ты не выполнишь свою часть сделки. Отдай сердце мне. Ты солгал мне про приближенных. Они не думали охранять башню. И что с того? Моя древняя история к нашей сделке отношения не имеет. Я обещал тебе башню. Ты ее получишь. Тебе нравилось не давать мне то, что мое по праву? Вернув свою силу, я подобен самому Богу. Я мог бы выпить мозг из твоих костей быстрее, чем ты сделал бы один вдох. Я мог бы. Но у меня есть деловые принципы, которым я следую. Кстати, можешь не рассказывать мне о равновесии и законе. Желание отомстить я ни с чем не спутаю. Нельзя не уважать его. Что до обстоятельств моей отставки? Скажем так, мне не нравится свита, который окружил себя мой господин. Почему ты бросил вызов разрушителю, Самаэль? Пройди свой путь до конца, всадник, и ты обязательно это поймешь. Ты доверяешь ему? Самаэлю? Кто знает, в какой круг ада ведет этот портал? Мы еще встретимся.